Приветствую вас, подписчики и гости моего канала. На связи с вами Александр Ковалев. И в этом видео я хочу провести такой небольшой анализ, небольшое сравнение различных сервисов, которые сегодня есть в интернете, по продвижению в Инстаграме. Раз вы смотрите это видео, то, скорее всего, вам интересна тема продвижения в Инстаграм, и вы уже наверняка встречались с различными сервисами, которые предлагают данную услугу, да, то есть раскрутить ваш Инстаграм-аккаунт. Но есть ряд моментов. Вот буквально недавно общался с человеком, и не с одним причем. Вот, и хочу просто показать один такой момент. То есть люди мне говорят: заходи к нам, у нас здесь будет крутая прокачка твоего Инстаграм-аккаунта. Стоит это столько-то, да, то есть такая-то цена. На вопрос, когда я спрашиваю, а что нужно делать? Нужно позвать там... Где 3, где 5, где там сколько людей, да? Когда твои люди, твои лично приглашенные люди точно так же приглашают своих, у тебя формируется команда, и вот эта команда будет вся на тебя подписываться, то есть огромное количество подписчиков у тебя будет, будут ставить лайки, комментарии, ну, в общем, будут прокачивать твой Инстаграм. Тогда возникает вопрос. Хорошо, допустим, ладно, я как сетевик, возможно, меня эта тема заинтересует, именно вот приглашение. Но, а если я не сетевик? Вот есть у меня свой какой-то бизнес. Я могу, в принципе, продавать все, что угодно и не заниматься сетевым маркетингом. Правильно? Получается, чтобы мне продвинуть свой Инстаграм-аккаунт, мне нужно сначала команду построить. Без команды продвижения не будет. Смысл? Тогда мне проще, может быть, вообще людей звать сразу в Инстаграм, что, ребят, подписывайтесь на меня, следите за мной, все самое интересное в моем Инстаграм-аккаунте. Зачем мне вообще сервис тогда? Смотрите, хочу показать такой момент, то есть как вообще работает вот это вот. Давайте представим, да, вот меня позвали, или вас позвали, неважно. Вот вас позвали в какой-то сервис, вот вы встали. Вам нужно позвать, значит, свою первую линию, они все на вас подпишутся. Дальше они позовут своих людей, да, вторая ваша линия, эти люди тоже на вас подпишутся, и так далее, так далее, так далее, там на несколько уровней в глубину. Все, вот в этом случае происходит продвижение. То есть все эти люди на вас подписаны, начинают за вами следить, ставить комментарии, лайки, продвигать ваши посты и так далее. То есть вы заплатили деньги за то, чтобы строить структуру, или за то, чтобы аккаунт продвигать в своем Инстаграме. То есть вы пользуетесь сервисом для чего? Задайте в первую очередь этот вопрос. Для чего вам этот сервис? Команду в нем строить или свой аккаунт продвигать? Давайте вот на примере Инстайма, почему я выбрал Инстайм в отличие от всех других. То есть смотрите, как происходит. Вот есть сама компания. Вот у ней есть первая линия, у ней есть вторая линия, у ней есть третья линия и так далее. То есть вот это компания. Это не вы, это компания. А вы вот где-то здесь, да? Вот вы встали. У вас еще нет команды, вы только зарегистрировались. Но вы получаете уже услугу, то есть вы платите деньги за услугу. То есть видите, да? 100 тысяч просмотров видео, 60 тысяч лайков. 2000 сохранений, 600 комментариев. Но это у меня, так как у меня тариф Pro. Получается, я заплатил деньги, и я уже могу сразу же продвигать свой аккаунт Instagram. Мне не обязательно сюда кого-то приглашать для того, чтобы начать продвижение. И за счет чего это все происходит? У каждого человека, у каждого партнера компании Instagram есть задание, чтобы продвинуть свой какой-то пост, они должны выполнить 30 заданий. То есть кому-то поставить лайк, кому-то написать комментарий. И за счет этого происходит продвижение. Но все, то есть все вот эти люди участвуют в этом продвижении. В том числе, то есть когда я выставляю свое задание на прокачивание, у меня также будет 30 заданий, то есть нужно их выполнить. И мне может попасться, поставить комментарий вот этому человеку, который вообще не мой, да, то есть он раньше меня намного пришел. Поставить лайк вот этому человеку, который здесь наверху под компанией сразу стоит. Сохранить пост вот этого человека, который параллельно со мной стоит. То есть это люди не моей команды, я только зашел, я еще никого не пригласил.
Как только я это все сделал, я выставляю свой пост, либо свое видео на продвижение, и мой пост начинают лайкать, комментировать, сохранять все люди, все абсолютно, вот которые здесь есть, да, 30 человек. То есть, ну, не все, а 30 человек, да, кому попадется мое задание. Они его выполняют. Таким образом, даже без команды я уже получаю услугу. В этом случае, что, если у вас здесь нет команды, вот вы только пришли, вот, вы один, у вас нет команды, вы никого не позвали еще, да, то есть, ну, может быть, позовете, но еще никого не позвали. Соответственно, нет команды, нет продвижения, никто вас лайкать не будет, никто вам комментарии ставить не будет. Спрашивается, а за что вы заплатили? За то, чтобы просто стоять где-то в системе, да, и приглашать людей? За это вы заплатили? Давайте возьмем на примере интернета. Все интернетом пользуются, раз смотрите видео, значит, интернет у вас есть. Представьте, вот интернет, да, компания, которая продвигает услуги интернета, и у ней есть также партнерская программа. И ваш провайдер вам говорит, в общем, плати мне, вот вы зашли, да, заплатили 1000 рублей, к примеру, да, за интернет. А ваш провайдер вам говорит, чтобы получать интернет, ты должен позвать 3 человек. Не позовешь 3 человек, интернет мы тебе не дадим. Абсурд, согласитесь. Вот здесь примерно то же самое. То есть вы, когда выбираете компанию для своего Инстаграма, да, сервис для своего Инстаграма, вы хотя бы задайтесь вопросом, вы за что деньги-то платите? За реальную услугу или за то, чтобы иметь возможность приглашать? Если просто вы за то, чтобы иметь возможность приглашать, платите, тогда приглашайте сразу вообще в свой Инстаграм-аккаунт и никому ничего не платите. Сделайте рекламу, точно так же общайтесь с людьми, там по соцсетям или где-то как-то, да, продвигайте именно свой аккаунт. Зачем вам продвигать сервис, в который вы заплатили деньги, чтобы строить команду? К примеру, в Инстайме, да, там есть партнерская программа, но это по желанию. Хочу, приглашаю, хочу, не приглашаю. Если хочу именно на самом Инстайме зарабатывать, да, предоставляя людям подобные услуги, да, я буду приглашать, я буду получать вознаграждение за это. Если я не хочу, если я хочу продвигать только свой бизнес, только свой аккаунт, и никаких структур я строить не собираюсь, я получаю эти услуги. Я заплатил деньги за реальные услуги, а не за то, чтобы команду свою строить. С вами был на связи Александр Ковалев. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии. Надеюсь, был вам сегодня полезен. Всего доброго, до связи.